Самое время Александру Загорскому ринг покинуть. Сейчас будут разборки больших парней. Очень хотелось бы, я думаю, мне и вам, дорогие друзья, чтобы Игнашов оказался в хорошей форме прежде всего. Потому что если формы нету, Якогамский бой 2010 года, он был абсолютно неубедительный. И, к сожалению, там вообще даже вспомнить нечего. В исполнении легендарного, безусловно, Красного Скорпиона. Бадр Хари. Бадр Хари после первой легенды, поверьте, очень-очень-очень много ответов на вопросы. Вышел два раза жестко по корпусу, клинчует. Вышел спокойно. Попытка продавить с первого раза. В принципе, получилось у Бадра. Но ему так с Игнашовым надо поаккуратнее размениваться. Тот вполне себе может и выбросить какой-то удар, который попадет, и Бадр рухнет. Поджимается. Поджимается сейчас немножко Алексей. Понятно, что здесь и много опыта, и терпеливый боец. Три раза ушел, посмотрите. Хорошо. Дал вымахаться, удар по воздуху они тоже силы отнимают. Парадоксально звучит, но поверьте, это как бы факт. Как, допустим, не получившийся проход в ноги. Я думаю, что-то вот общее есть. Сил тратится просто море. Хотя номинально ты, в общем, ничего не сделал. Дистанция. Бадр подбирается. И зашел в угол. Принял тройку на себя. Еще по нему попало. Неприятно. Ох, жестко влетел. Ой-ой-ой. Пробил левый middle kick. Зашел. Прямо тут я жестко так зашел. Осторожней. Второй удар принимает уже на тело. Довольно опасно. Белорусский боец. И туда печень выцеливает. И печень, и голову выцеливает. Пока перекрывается, пока, в принципе, что-то есть. Да. Да. Алексей-то ощутимо проседает. Это концовка первого раунда только. Он же принял на корпус две такие хорошие подачи. И Бадр показал, что он с комбинацией может прибавить в любой момент. Хороший. Кип вошел. Ну, для Алексея, да, в этом, наверное, есть смысл состязаться в скорости рук. Сейчас Бадром Харян, наверное, смысла ему большого нету. Попал, гонг. Ситуация пока, прямо скажем, для Красного Скорпиона довольно безрадостная. Не идет. Откровенно не идет бой, откровенно поединок не получается. Бадр Хари его, во-первых, прессует. Занял середину и гоняет его по всему рингу. А во-вторых, опять-таки, созидание. Надо что-то сделать самому, чтобы выиграть в обязательном порядке. Если не получается, да, он вполне уверенно пока избегает таких серьезных атак. Если ничего, прямо вот того страшного по голове он не пропустил. Но по корпусу первый уже нахватал, уже задышал, уже с перемещением есть вопросы, но пока еще есть силы ключевать. Понятно, что за этим рефери довольно внимательно следит, но рано или поздно так пропустит. У Алексея сейчас, конечно, очень тяжелая задача. Забит Самедов пришел еще в угол подержать своего коллегу. Еще типы, и все там. Неприятно. Это хорошо, что по защите, на самом деле.
грубим, товарищ Харри. Грубим, товарищ Батыр Харри. Это удар локтя называется. С двойки не попал. Дальше локоть выставляется вперед, параллельно земле, в челюсть. Так чуть-чуть бах. Конечно, это на опыте, но все равно нехороший человек. Не давать Бадру работать. То, чем сейчас занимается Алексей Игнашов. Попасть навстречу, попасть навстречу. Усыпи бдительность. Нормально, нормально. Бадр падал. 8 поражений нокаутом есть. Сделай справа-левый. Конечно. Подходить. Он танцует на дальней дистанции. Работает ногами. Сейчас делает, в принципе, все, что хочет. Хорош. Попал. Болтанул немножко. Зашел левый сбоку. Нормальный. В продолжении колена показал, что есть еще какой-то порох. Можно еще работать. Бадр вообще не бьется сейчас. Обороты сбавил. Что-то придумал и выцеливает. Или просто решил доработать, что называется, на количество ударов. Ох, а вот это опасно. Вот это опасно. Сейчас хорошо то, что уже Алексей голову наклонил, и Батыр Харри в нее влетел подбородком. Леша, давай! Леша, убей его! Двойка по корпусу. Ну, вязкий бой. Вязкий бой Алексей пытается предложить, но... Ох, как обидно. Ох, как обидно. Попади сейчас этот удар, конечно, было бы здорово. На спорте сослагательного наклонения не бывает. Тяжелый лоу, и двойка попала. Бадр сработал комбинацию, ушел назад. Сработал, ушел назад. Атаку не развивает. Второй раунд закончен. Констатация. Очень, конечно, тяжело. Очень тяжелое передвижение. Сейчас на багаже, конечно, стоит больше. Алексей Игнашов, надо назвать вещи своими именами. Очень тяжело у него получается в созидании. Честно говоря, теряешься прямо в догадках. Батыр Харри не сказать то, что он, может быть, придумывает абсолютно непреодолимое. Да нет, вполне себе преодолимое. Да, тяжелые удары, да, хода, неплохие комбинации, да, вот эти беспокоящие типы. Но глобально он сам не подключает еще даже вторую скорость, как мне кажется, по крайней мере. Он обозначил очень хорошее преимущество, занял пространство, гоняет Алексея сейчас по хорошему по рингу. Но предлагать рубку здесь, Алексею-то виднее, предлагать ее или нет. Совершенно однозначно надо атаковать самому. Совершенно однозначно. Не хватает. Не хватает прежде всего передвижениями. Передвижениями и количеством ударов. И все равно ты не сможешь выиграть, если ты не бьешь. Еще по корпусу. Раз, два, три, четыре. Тип раз за разом заходит. Такой же только в голову, и может получиться кисло. Забит Саметов уже сам практически выскочил. Выскочил на ринг и болеет очень сильно, видно, активно переживает. За Алексея Игнашова, он прекрасно понимает, что этот сейчас бой-то отдает. На голландский марокканец, да куда там устал? Лупит, только дай дорогу, при этом, опять-таки, не врабатывается сейчас. Его-то опытом. Раз, два, есть попадание. Сейчас Батыр Харри попадает довольно тяжело.
88 побед нокаутом. Это повод поразмыслить. Как раз Алексей все правильно делает. Он вперед не лезет. В таком темпе, видимо, эти кондиции позволяют ему пока работать только так. Другое дело, что время-то уже закончено практически. Правый сбоку, да. Минута, и изменения. Ну вот. Что-то проявилось. Ники, бей. Ну, к сожалению, да. К сожалению, просто не получается ничем. Ничем физически. Бара Харева спокойно переигрывает на кондициях. На кондициях, на комбинаторике, на количестве ударов, которые он попал, а Алексей нет. Алексей даже, наверное, не сделал. Это надо больше сказать. Нет, он не упадет. Я не верю в то, что Красный Скорпион здесь рухнет. Да, к сожалению, здесь поражение абсолютно однозначное. И по-хорошему, если сказать по совести, абсолютно безвариантовое. Как бы мы там ни относились, Бадрхари это Бадрхари. Он сработал процентов, ну, как я, по крайней мере, вижу, процентов где-то на 50, спокойный, улыбающийся, не затративший какого-то большого количества сил. И, ну, просто видно, абсолютно уверенный был, когда выходил. Так что история не повторилась. Очный счет 2-1 по отношению к Игнашову. Ну, а, конечно, очень обидно. Очень обидно, что это не шоу-тайм 2003 года, когда в третьем раунде Алексей бодро уронил. Но, видимо, вот при сегодняшнем состоянии на сегодняшний момент, ничего Алексей со своим соперником сделать попросту не смог. Здесь ничего дополнительного придумывать нельзя. Почему? Ну, я думаю, что потому что. Потому что, во-первых, время. Время, оно проходит. Это понятно, что те победы, то величие, и те данные, которые позволяли Алексею Игнашову сметать своих оппонентов в ринге, они все-таки уже во многом в прошлом. Кто бы сомневался, бежал из Бадр Хайри. Не дайте сильной простуде помешать вам. Сила Тарафлю поможет сокрушить 7 основных симптомов гриппа и простуды. Тарафлю – мощная сила против гриппа и простуды. Тарафлю – эксперт в борьбе с гриппом и простудой. Тарафлю – некогда бояться.